надо только-только поверить. Счастье по плечу. Нет сомнения, верю, смогу, добьюсь, чего хочу. Нужно терпение, с каждой минутой я в себе ищу. Это стремление к преодолению, преодолению, преодолению. И лучше любых наград новая сила. Своих высот я молилась, не жалела себя, и вот получилось. Надо только-только поверить, счастье по плечу. Нет сомнения, верю, смогу, добьюсь, чего хочу. Нужно терпение, с каждой минутой я в себе ищу. Добрый вечер, ребят. Здравствуйте. Сейчас должна была быть песня Юлии Кувшиновой «Преодоление». Вы слышали ее? У меня почему-то сегодня все виснет. Была, да? Меня как хорошо слышно и видно. Все хорошо, поправлять нельзя. Отлично. Кто срезонировал на эту песню? Вы знаете, я когда ее слышала, ну, я под Новый год ее первый раз услышала, у меня даже, я прослезилась. Вот настолько текст подобран, скажите, вот прям про нас, все в точку, все про лидерство. Просто суперская песня. Мне она очень нравится. Тоже кто-то прослезился? Да, вот я просто, такое ощущение, что вот про меня, да, про то, что мы чувствуем, эта песня. Класс, мы на одной волне. Итак, я приветствую всех. Мне безумно нравится сегодня быть с вами, потому что здесь присутствуют необычные консультанты. Здесь, я бы сказала, элитный состав нашей команды, потому что вы те люди, которые рвутся в бой, которые готовы преодолевать, которые хотят действовать, которые пришли в Oriflame не просто отсидеться и надеются на авось, вдруг что-то у них получится. Вы сами приняли решение участвовать в этом проекте, вы действуете, вы побеждаете, и я уверена, что по итогу 4-го каталога у вас будут невероятные результаты, особенно у тех, кто сделает все, что услышит на вебинарах, не просто их посетит, но и сделает задание. Вы знаете, в Сингапуре нам посчастливилось с Артемом сидеть за одним столом с лучшим лидером, который входит в пятерку лучших лидеров России, Татьяной Ковзик, золотым исполнительным директором. Я безумно ее уважаю. И я помню, когда я только начинала этот бизнес, я прочла, где-то прочла ее высказывание. Представьте, она сказала: первые 90 дней активной работы в Oriflame заложили фундамент для моего дважды бриллиантового звания. Ребят, этот проект длится именно 90 дней, и каждый из вас может заложить себе фундамент и для дважды бриллиантового, и для исполнительного звания. Все в ваших руках. Итак, начинаем. Позвольте мне представиться, позвольте рассказать немножечко историю о нас. Мы
Юлия, Артем Гефнидер, мы бриллиантовые директора из города Барнаула, Алтайского края. Что я хочу вам сказать? Наша квалификация бриллиантовых директоров и наша поездка на нашу первую замечательную бриллиантовую конференцию в Сингапур – это доказательство того, что самые невероятные мечты могут сбыться. Вот я знаю, что здесь присутствуют в этой комнате люди, которые боятся мечтать по-крупному. Сегодня буквально разговаривала с новичком, она посчитала, прикинула, сколько им нужно с мужем. Она живет в поселке Алтайского края. Она говорит, ну, в принципе, вот 10 тысяч у нас расходы каждый месяц. Ну, там, ну, может быть, еще тысяч 5-10. Я говорю, да ты что, зачем тебе тогда Oriflame, если ты так мелко мечтаешь? То есть я целый час учила мечтать. Понимаете, а вот каждый из вас пришел сюда, наверное, не случайно. И первая ваша задача – научиться ставить очень амбициозные цели, поверить в это. Потому что буквально год, ну, теперь уже полтора года назад, на золотой конференции в Париже, в 2013 году это было, у нас с Артемом выходило, ну, три с натяжкой, стабильно две группы, представляете, ребят? И когда мы услышали о том, что бриллиантовая конференция 2014 года, 15-го, да, в январе 15-го, будет в Сингапуре, ну, просто у нас, не знаю, с ума сошли, наверное, загадали такую цель, наметили планы, поставили цель стать такими бриллиантовыми директорами, сделать все возможное и невозможное, чтобы поехать в Сингапур, поехать вот в этот удивительный комплекс, отель Marina Bay. Знаете, мы приехали домой в Барнаул в сентябре месяце, в начале сентября это было. Я вообще не представляла, как сделать этот результат. Артем, более того, чтобы было страшно не выполнить, Артем взял, пообещал Магнусу, Юрию Михайлюку, слава богу, не Магнус. Юрию Михайлюку, это самый главный человек, это президент Oriflame Россия. Он пообещал выполнить это звание, эту цель поставленную. Я его ругала, отчитывала. Смотрите, в сентябре мы приезжаем, включаемся в работу. В декабре у нас уже выходит 6 групп. Как такое возможно, ребят? Да, конечно, это колоссальная работа была проделана, неимоверные усилия, но вот такое ощущение, что когда ты, у тебя зарождается внутри тебя какая-то сильная цель, вот степень страсти зашкаливает, тогда вот вся Вселенная, все вокруг тебя начинает работать на твою мечту. Вот я это чувствовала не раз. У меня такое было с автомобилем, с моим первым, когда 23 года сильно-сильно его захотела, да, и только пришла в Oriflame, я поняла, что у меня будет он. Вот то же самое, все начинает работать на тебя. Вы знаете, да, мы мечтали, конечно, с этим званием получить все украшения бриллиантового директора, да, в кавычках украшения, то есть это золотая конференция круизная, это автомобиль Volvo, это поездка в Сингапур и так далее. Но на самом деле получили гораздо больше, потому что материальные ценности – это прекрасно, это очень возбуждает, но когда у тебя еще есть нематериальные ценности, они гораздо глубже задевают, да, за живое, они проникают в тебя, и это то, что не дает тебе остановиться. Это то, благодаря чему ты ставишь новые цели, хочется идти, достигать, просто рваться вперед. Это потрясающе. Поздравления, признание от нашей любимой команды в шикарном комплексе рестораном «Сальвадор». Это великолепное признание на очень высоком уровне от компании. Это, наверное, счастливые глаза детей наших лидеров. Это сами лидеры, которые стали более уверенными в себе в завтрашнем дне в своем. Это то, что, ну, то, что бесценно, да, то, что нельзя оценить деньгами никакими. Сейчас мы ждем следующего слайда. И так же, как кому-то из вас страшно сейчас ставить цель бриллиантовый директор, скажу честно, будучи новичком, мне было страшно и некомфортно. Я не понимала, что это такое, это вот как объять необъятное для меня это было. Я тогда посчитала и поняла, что мне нужно стать для удовлетворения всех моих нужд сапфировым директором.
Я прям посчитала, да, я повесила табличку сапфировую, а вот бриллиант это для меня было нечто непонятное. И побывав перед вами сейчас слайд фото этого шикарного бассейна на 57 этаже Marina Bay. Ребят, простите, не буду заглядывать в чат, чтобы не отвлекаться. У меня будет время в конце, если будут ко мне вопросы, зададите, хорошо? Вот, а когда я была в этом бассейне, побывала, у меня сложилось, знаете, такое сравнение. Вот что вы сейчас чувствуете, что вы видите, глядя на эту картинку? Страшно? Вот есть у кого-то такое ощущение, что вот, водопад такой, да, ты, находясь там, тебя может просто унести каким-то течением, и не дай бог, да, ты подплывешь к этому краю и упадешь. Вот правда страшно, да, такое ощущение, что там нет края, и вода сливается просто вниз. Жутко действительно на это смотреть. Угу. У меня такое же было чувство, думал, я наверное, туда не пойду. Но, ребят, я вам включу ролик, видео мы сняли специально, да, разоблачение и вся правда о бассейне Marina Bay. Дело в том, что на самом деле там такой красивый сад. Я не знаю, здесь не видно, здесь только пальмы, но там просто сад. Там так все уютненько, компактненько. Этот бассейн разделен лежаками на несколько зон. А глубина бассейна 1,20 м. То есть, ну там просто нереально, да, утонуть. Кроме того, когда ты подплываешь к этому бортику, вот в самом-самом конце немножечко видно, там еще 3 бортика, то есть абсолютно безопасно. Мы не только фотографировались, да, закинув ноги на этот бортик, мы еще и присаживались попой на этот бортик. Правда, этого делать нельзя было, и спасатели нам свистели, предупреждающий такой свисток подавали, что говорящий о том, что, ребят, нельзя этого делать, спускайтесь. То есть абсолютно так. Ребят, напишите. Юля, перезайди, Таня написала. Всем видно фотографию отеля или нет? Все хорошо, да? Продолжаем? Немножко подвисает, поэтому вы пишите в чате, что тут. Если что-то срочное, я буду говорить, и меня зашкалит, я ничего-то не увижу, пожалуйста, телефон сейчас... положу рядышком, позвоните мне. Так, не знаю, где мой телефон, ну ладно, продолжаем. Так вот, вот то же самое, понимаете, у меня возникла такая ассоциация, когда новичок боится ставить хорошую, красивую цель в Oriflame, бриллиантовый директор, например. А кажется, что это страшно, это нереально, и не-не-не, это вообще не мое, да, там же столько ответственности. А на самом деле, ребят, не так страшен черт, как его малюют. Когда ты что нужно делать в такой ситуации, да, вот все говорят психологи, когда вам страшно, что нужно делать? Закрыть глаза и сделать шаг вперед. Просто через страх перебороть его и пойти. И вам уже не будет так страшно. Точно так же, когда вы в холодную воду заходите, вот в этом бассейне было... тепленько, ну прохладная, естественно, как в любом бассейне вода. Ты заходишь, делаешь, ой, прохладно, не хочется дальше идти. Немножко постоял, ну, комфортно стало достаточно. Что нужно сделать? Да, через этот дискомфорт пройти, окунуться и почувствуешь кайф. Также и с бриллиантовой квалификацией. Начни просто делать действия, начни рекрутировать. Как нам говорил мой спонсор, самое страшное – это первые 50 встреч. Самое страшное – это первые твои 50 человек. Ну, запортачишь ты первый десяток, да ничего страшного. На 20-м уже научишься и поймешь, как это делать. Сначала страшно, потом привыкаешь, а потом просто кайф ловишь, удовольствие получаешь от этой работы и не можешь остановиться. Ребят, я уверена, что здесь есть такие люди, которые меня уже понимают. Да? И когда это входит уже в привычку, ты жить не можешь без рекрутирования, без общения с людьми, без вот этого интересного стиля жизни, тебя зашкаливает. И какая там бриллиантовая квалификация, да, естественно, там цели намного больше уже, хочется много, и ты понимаешь, что абсолютно все реально, вопрос времени. Так вот, сегодня мы будем с вами говорить, так, слайд ждем, о таком показателе, как активность в нашей структуре. Как же поддерживать высокую активность в наших командах? В менеджерской команде, в директорской, в команде бриллиантового директора, в любой команде этот показатель очень важен, и мы будем говорить о нем сегодня. Кому это интересно, ребят?
Спасибо. Все вы, наверное, помните такую математическую задачку еще из школы, да? Про бассейн. У нас был бассейн, и было две трубы. В одну трубу вода вливается, в бассейн из другой трубы, из бассейна вода выливается, да? Вопрос, как же устранить утечку, чтобы вода не выливалась? Да? Как же сделать так, чтобы было большое количество рекрутов в наших командах, была высокая активность и желательно не было засыпания, да? Желательно, чтобы все оставались с нами, никто не уходил от нас. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я выделила да, несколько таких базовых критериев, на мой взгляд, на чем основывается высокая активность в команде. Это система, это высокое рекрутирование, командные принципы работы. Поговорим о них. А далее я дам конкретные инструменты и фишки. Итак, первая система – это залог успеха. Ну, ребят, наверное, вы понимаете сами, да, насколько важно иметь систему. Система, причем и в Oriflame, и вообще в жизни, да, система – это все, это единый механизм. Допустим, мы с вами, люди, да, живые организмы, и наш организм – это единая система, которая работает слаженно. Представьте, какой-то маленький винтик, какая-то маленькая одна клеточка начнет работать неслаженно, начнет работать как-то атипично. Что получится? Получится сбой, получится заболевание, которое может привести даже к летальному исходу. Да? Какой-то маленький механизм сломался в системе, и все пошло не так, как запланировано, не так, как неестественным образом. Так вот, в нашем бизнесе система – это первое, что должно быть у вас. Однажды наши лидеры были на встрече, наши растущие директора их как-то пригласили на встречу, где присутствовали люди, у которых был застой, кто даже немножечко свалился с квалификации директор. И вы знаете, вывод был один. Единственное, вот что было у всех, да, почему у них не получается, это отсутствие четкой системы в команде. Не было системы. Я глубоко убеждена в том, что новичок, который пришел в команду, он, если хочет быстрого роста, быстрого старта и успеха, он просто должен изучить систему своего спонсора, директора. Да? Директор, менеджер, как правило, работает слаженно, в одной системе согласованно. И он должен сначала развиваться по системе директора. Именно так новичок может быстро дойти до уровня директор. Потом, если ты что-то хочешь новое внедрять, другое направление развивать, без проблем, пожалуйста. Но до директора ты работаешь по системе своего спонсора. Это очень правильно, я считаю. Самое главное, необходимо посмотреть и проконтролировать, грамотно и слаженно ли работает система вот в этих трех уровнях, да, от компании вот этот слайд, трехуровневая система, консультант, менеджер и директор. На всех ли уровнях лидеры понимают, что нужно им делать? На всех ли уровнях эти лидеры, ключевые партнеры, менеджеры, директора выполняют свои функциональные задачи? Дело в том, что по этой системе, да, нижний уровень, то есть консультанты, их задача, да, ваша задача, так скажем, подпитывать команду встречами, новыми людьми, рекрутами. Конечно, это делают все, но в основном, да, вот эта прослойка, так скажем, да, их задача создать свои большие ключевые команды. И 80% времени этот уровень уделяет именно на эти действия. По рекрутированию, да, учатся размещать заказы от 150 баллов и так далее. То есть напитывают всю команду этот уровень. Мероприятия вышестоящих лидеров, менеджеров и директоров заставляют двигаться, приводят в движение всю команду. Вот такое вот очень грамотное взаимодействие, очень правильное взаимодействие
я считаю, приводит к шикарным результатам и по рекрутированию, и по хорошему балловому наполнению, и, конечно же, по активности. То есть с системой все понятно. Все нормально, не зависло. Сейчас я перелистываю слайд. У вас должен быть на экране. Так, сейчас ждем. Слайд номер 2. Высокое рекрутирование всегда. Он появился? Угу. Итак, второй принцип – это высокое рекрутирование. Термин от компании «массовое рекрутирование». Еще мне очень нравится фраза «привычка естественного рекрутирования». Да, то есть каждый из нас, наша задача вот такую привычку иметь и способствовать тому, чтобы наши консультанты, не ключевые партнеры, да, те консультанты, которые пришли с нами бизнес развивать, тоже такую привычку имели, прививать привычку ежедневного рекрутирования, как советует нам компания. Дело в том, что рекрутирование – это рецепт от всех болезней в вашем бизнесе. Ребят, я всегда говорю, что те консультанты, которые умеют рекрутировать, делают это с удовольствием, они обречены на успех. Это однозначно. Это, не знаю, понимаете, рекрутирование – это наша судьба. Да? Это то действие, которое должно проходить перманентно, беспрерывно, постоянно, с удовольствием, с энтузиазмом, везде, всегда. Вот вам расскажу, сегодня, да, у меня было рекрутирование, я сейчас нахожусь в таком ресурсном состоянии, и когда ты... Вот в таком ресурсном состоянии, да, понимаете, что это такое? Когда ты, ну вот как ликероводочный завод, я, да, цементный завод, я, когда ты горишь, когда хочется новых званий, когда работа кипит. Так, вопросы давайте чуть попозже. Пошла сегодня, значит, добрый доктор. Вот не болею 5 лет, но здесь вот что-то вот со зрением, еще Сингапура, да, конъюнктивит или что, не пойму. Пришла к офтальмологу, знаете, 2 хороших контакта. Вот я не собиралась рекрутировать, даже визитки с собой не взяла, ни каталог, оделась, ни шубу надела, просто пуховичок. И то 2 контакта. Знаете, пока стояла в регистратуре, заполняла документы, девушка рядом оплачивала очень много процедур маме на приличную сумму, у нее спрашивают, а дисконтная карта есть? Она говорит, нет, я ей подсовываю, говорю, знаете, дисконтную карту. Она там благодарная вся такая, думаю, блин, хорошая такая девушка, что делает, нет визиток. Ну, я не растерялась, естественно, мы же лидеры. У меня был блокнотик маленький, я написала свою фамилию и имя, отдаю ей, говорю, вы есть в социальных сетях, в Одноклассниках, вы есть? Да, есть. Я говорю, найдите меня, пообщаемся. Вот, да? Один контакт. Второй контакт с самим офтальмологом. Вот, сидим мы, значит, ну, процедура, все, он посмотрел, все нормально, слава богу. Я говорю, вы знаете, для меня зрение очень важно. Я сейчас очень много работаю за компьютером, весь бизнес сильно связан с интернетом. Вот с работой за компьютером, мне важно иметь хорошее зрение. Он начал задавать вопросы, да, чем вы занимаетесь? Ну, как мы шутим, да, сам виноват. Я говорю, да вы знаете же, наверное, компания Oriflame, сетевой бизнес, он, о, конечно, знаю Oriflame, чего бы не знать, это же косметика женская, ну, не женская. Я говорю, ну, вы знаете, совсем недавно нам подарили очень даже мужской автомобиль Volvo S60. У офтальмолога реально чуть не выпал глаз. Простите меня за выражение, да? Он такой, вам автомобиль? Я говорю, ну да, мне и мужу. Чувствую, у него там какой-то процесс пошел, значит, мышление. Я, естественно, то же самое ему предложила. Я говорю, а вы вообще есть в социальных сетях? Без проблем, давайте мне свои координаты, мы с вами спишемся, я вас добавлю в друзья, пообщаемся, скинем вам информацию. Он мне дал свои координаты, визиточку дал. Да? Ребят, вот таким образом легко, непринужденно вы можете каждый день иметь контакты. Онлайн, офлайн. Слава Богу, да, как здорово, что у нас сейчас столько методов. Просто вот масса, да, если ты
даже, понимаете, у нас даже есть в Орифлейм ветка глухонемых. Я знаю, что в Москве целая команда, там директор или золотой, где только глухонемые люди, да, инвалиды работают спокойно, дети работают 14 лет спокойно, мамочка в декрете, которая не может выйти никуда, только привязана к дому, спокойно, прекрасное время, да, самое лучшее время для нашего с вами бизнеса. Недаром есть такая книга, что... у которой есть название, да, «Бизнес 21 века». Это про наш с вами бизнес. Так вот, самое главное, да, меня, честно говоря, раньше раздражало вот это понятие массовое рекрутирование. Думаю, боже ж ты мой, где же эти массы-то взять, да? Хоть бы вот, я всегда как говорю, я люблю точечно рекрутировать, мне надо вот сразу рекрутировать, чтобы он лидером был, да? Что я вот всех подряд буду приглашать? Нам же лидеры нужны, нам же директорские группы надо выращивать. Вы знаете, лидер так может с опытом. Да? У опытного человека уже чуйка такая выработалась на лидера. И мы уже можем точечно рекрутировать. Но как же помочь новичку, у кого нет этой чуйки еще? Так и помочь, что важно показать разные методы, офлайн, онлайн, теплый рынок, холодный рынок. Важно помочь подтолкнуть новичка и найти его метод, который ему будет ближе. Да? И вам, консультантам, вам нужно самим нащупать этот метод, понять, вот в чем вы сильны, какая ваша сильная сторона, и влюбиться именно вот в тот метод, который вам ближе. Именно он вам принесет ключевых партнеров всех, именно благодаря ему вы станете директором и топовым лидером. Это нужно сделать как можно быстрее. Сначала будет некомфортно, потому что все новое делать начинать всегда некомфортно, но потом вы почувствуете неимоверное удовольствие, такое же, какое мы сейчас испытываем. А как это рекрутирование связано с активностью, сейчас объясню. Дело в том, что мы заметили, давно уже заметили, что группа у растущего, у активно растущего менеджера всегда в этой группе зашкаливает активность. Вот когда рекрутирование высокое, когда в команду вливается 20, 40, 80 человек, да, у менеджера, то активность всегда высокая. Всегда. Почему? Но давайте не буду сейчас всевозможные там прописывать вам схемы, математические действия, просто поверьте мне, да, вот если вы будете много рекрутировать, с активностью всегда будет все в порядке. База активных консультантов, потому что прошлого каталога, да, меньше, чем все консультанты активные, которые сделали заказ в этом каталоге. И получается, активность даже зашкаливает за 100%, бывает и такое. Вот, поэтому вы запомнили, да, ребят, мы вырабатываем привычку ежедневного рекрутирования. Вот у меня сейчас такой даже какой-то азарт, да, что в день у меня, ежедневно у меня должны быть новички. Да, вот такой темп я считаю классный, когда хотя бы одна регистрация в день. То есть вот день начался, да, утро настало, ты себе ставишь цель. Так, одна регистрация с заказом. И когда уже ближе к полудню, да, у тебя еще нет регистрации, то есть такое ощущение, что, блин, сейчас осталось всего полдня, да, надо что-то делать, срочно причем. Вот, мне очень нравится это ощущение, этот план, эта цель, и особенно нравится выполнять это. И еще один принцип, давайте разберем, это ключевая команда. Командный принцип работы, да, ключевая команда. Я считаю, что команда – это наше все. Вот если одним словом сказать, да, это наше все. Я вообще не знаю, как можно в этом бизнесе развиваться в одиночку. Одинокие волки у нас не состоятся, не реализуются. Это не про наш бизнес. Ребят, поэтому срочная задача любого новичка, пришедшего в Орифлейм, если, конечно, он хочет развиваться, научиться быть командным игроком. Если человек приходит из бизнеса, да, с каких-то высоких должностей, где друг друга подсиживают там, и так далее, вряд ли этот человек командный, да, у него свои сильные стороны, но ему нужно научиться здесь быть командным игроком, иметь
уметь, да, понимать, что такое чувство плеча, когда не только ты берешь, не только когда ты выигрываешь, но и когда ты отдаешь. Выиграл-выиграл, получается. В команде существует закон синергии потрясающий, когда 1 плюс 1 не 2 равно, а равно 11. И почему, как можно влиять на высокую активность командными принципами работы? Все очень просто. В команде есть всегда правила. И все ключевые партнеры эти правила соблюдают и выполняют. Какие правила в нашей ключевой команде, к примеру? Делай от 150 баллов и выше лично, ежекаталожно. Потребляй wellness обязательно. Wellness – это тема просто вот будущего. Ежедневное рекрутирование, обучение, особенно быть в скайп-чатах и ходить на вебинары – это просто святое. И участие во всех мероприятиях спонсора и компании, и, конечно же, рост. Да, обязательно нужно расти. Мы пришли сюда за этим. Вот очень удобно влиять на команду правилами. Очень удобно влиять на все происходящее в вашей команде имеющимися правилами. Да? Когда приходит ко мне претендент, ключевые партнеры, и он заявляет о том, что хочет быть директором, я просто начинаю проводить тренинг «Успешный старт», да, и рассказывать, какие у нас правила. Это не я придумала, да, это не я такая, что я требую от тебя этого выполнения. Ты прости, но у нас правила в нашей команде, да, которые мы приняли, и которые мы понимаем, что выполняя эти правила, мы все растем, всем выгодно становится. Да. Поэтому будь добр, если хочешь, чтобы тебя приняли в ключевую команду, если хочешь входить в нее, а работать в ключевой команде очень выгодно. И твои новички, которых ты будешь приглашать, им тоже выгодно быть в этой ключевой команде, да, потому что ключевая команда – это некий рассол, очень питательный такой рассол, питательная среда для роста. Да, ты уехал в Сингапур, но твои люди находятся в команде, и они знают, когда вебинар, они читают анонсы, они получают поддержку в скайп-чатах от других лидеров, какая-то прелесть, да, мы взаимодействуем, и мы помогаем друг другу. Команда работает на результат каждого. И если ты хочешь вот эти привилегии иметь, будь добр, тебе надо выполнять правила. Да? У нас не в одностороннем порядке работа, мы тебе все, а ты подумаешь, что же ты сможешь делать. Поэтому, дорогой друг, вот эти 6 пунктов – это обязательное условие каждого ключевого партнера. И мы смотрим уже на действия. Выполняет человек действия, значит, он получает от нас сопровождение, работу в ключевой команде, соответственно, у него будет рост, деньги и все остальное, да, о чем вы сегодня услышали на презентации возможности Oriflame от Светланы Мушаровой. Если человек не выполняет, частично выполняет, либо игнорирует, ну, просто числится в команде, не в команде, а просто числится в скайп-чате, да, естественно, у него не получается, к сожалению, расти. Так вот, если... В принципе, вот правилами можно влиять на любой показатель. Да? Вот как только мы в правилах прописали потребление wellness, у нас просто получились очень хорошие результаты по этой категории. Да? И у нас есть команда, лидеры которой сначала просто не понимали, зачем им этот продукт. Они привыкли работать с косметикой, им так больше нравится, комфортнее. Но Артем практически заставил покупать wellness. Да, сейчас эти лидеры очень благодарны Артему за это действие, да, сейчас, потому что они получили шикарные результаты по здоровью, по самочувствию. Им просто очень нравится сейчас говорить об этом продукте. У них постоянно встречи, возможности wellness. И процент только wellness в их команде 48, представляете? Поэтому, ну вот правила есть правила, да? Выполняйте правила вашей ключевой команды. Какие ваши директора ввели правила, те и выполняйте, пожалуйста. Директору виднее, он знает, как влиять на бизнес-параметры, на рекрутирование, на активность, на высокий средний балл и так далее. Благодаря wellness, кстати, не только 150 баллов легко делать, там и 200, и 300, потому что, ну, я не знаю, мы вообще без этого продукта сейчас жить не можем. Да, мы вот только сегодня говорили, как классно, что у нас есть супы, потому что мы сегодня вот два раза покушали супчиками
всей семьей, да, и поели то, что мы купили там вот в магазине в Бахетле, потому что мы готовить не любим, нам это делать некогда, вот и wellness просто спасительная сила. А, мечтаем о личном поваре, то есть, ну, я думаю, что это тоже не за горами, и не так это дорого. Итак, сейчас осталось поговорить о конкретных действиях. Какие же регулярные действия существуют для поддержания высокой активности? Вы знаете, эта тема, которую я сегодня вам вещаю, эта тема была у нас на мастер-классах. Мы там выступали в качестве почетных спикеров на бриллиантовой конференции в Сингапуре, да? И прежде чем готовиться к ней, я пообщалась с нашими директорами нашей команды. Мне стало интересно, какие же действия в их командах практикуются для поддержания высокой активности. И оказалось так здорово, так интересно, у всех очень разные, оказывается, методы влияния. И такие классные я обязательно поделюсь сейчас. То есть какими-то мы с Артем даже не работаем со своей группой персональной, да, но вот благодарю своих директоров, расскажу сейчас обо всем, что есть у нас в команде. Да. Я считаю, что у нас очень классный микс, потому что у нас есть лидеры, которые работают офлайн и онлайн, и сейчас очень многие совмещают эти два направления, и получается такое очень хорошее переопыление, такое прогрессивное, да, прогрессивно очень. Итак, первое, скайп-чат, наличие скайп-чатов. Ребят, я уверена, что у каждого из вас есть либо свой скайп-чат, либо вы находитесь в скайп-чате своего спонсора. Да? Для нашей команды, большой команды наших спонсоров, это не новость. Я хочу вам сказать, что мы с вами очень крутые, потому что после Сингапура, пообщавшись, да, это не для всеобщего услышания, да, но тем не менее, пообщавшись с некоторыми лидерами, я узнала, что у кого-то нет скайп-чатов, вообще скайпа нет, я не понимаю, зачем он, у кого-то нет вебинаров. Ну, может быть, здорово, если ты растешь, да, у тебя еще нет этих направлений, современных методов коммуникации, я не понимаю, как их не иметь, но здорово, если ты растешь, но если ты не растешь, это вводить нужно просто срочно. Вот кто меня понимает, я не знаю, как жить без скайпа, правда, потому что мы сейчас там просто живем, да? Там так интересно. Если раньше мы жили, общались со своей командой, да, вдохновляли, переопылялись, работали в офисе, то сейчас у нас офис просто пуст. Да, там, ну, максимум какая-то итоговая или мастер-класс вдруг решили мы провести, или лидерская, да, организационные вопросы мы решаем, просто соскучились друг по другу, срочно надо встретиться. В основном офис теперь там так красиво, все стены в чеках, да, все наши награды мы туда вместо обоев, да, подклеиваем, но общаемся мы сейчас в скайп-чате, да, офис только СПО там имеется, да, получаем заказ и все. Скайп-чаты совершенно разные. У нас у менеджера 9%, он уже формирует свой скайп-чат. То есть он уже учится взаимодействовать со своей маленькой командой, влиять на нее, давать рекомендации, новости скидывать. У директоров свои скайп-чаты. У нас по большой команде бриллиантовых директоров с уровня 9% свой большой чат. И, конечно, у нас со своей персональной группой чат. Есть чат. Так, какой же у нас еще? А, есть, где только директора у нас там, да, наш бриллиантовый клуб. А, ну, и еще несколько. Сейчас вспомню, какие еще. Ну, мужской у нас есть чат, да, где по всей команде с нашими спонсорами, там у нас мужчины общаются. Есть у нас сейчас появился чат для людей, которые развивают онлайн-направление, да, тоже очень активно развивается этот чат, работа в нем кипит. То есть цель какая, да? Я уже об этом немножечко поговорила. Что там происходит? Огромное количество таких направлений, да, что развивают скайп-чаты. Во-первых, команда образования, обучение, сопровождение. То есть
мы просыпаемся, приветствуем друг друга, да, засыпаем, прощаемся друг с другом, поздравляем с днями рождения, поздравляем с новыми квалификациями. Вот температура кипения 100 градусов. Вот если в скайп-чате есть активность, значит, делается все правильно. Если скайп-чат мертвый, когда лидер что-то пишет, копирует еще, да, хуже, когда просто копирует что-то и свою информацию никакую не вставляет. Ответа никакого нет, да, новички никак не реагируют, это, конечно, в одностороннем порядке не пойдет, надо с этим что-то делать. Очень удобно, ребят, потому что у каждого из нас с вами бывают какие-то обстоятельства. Да, приехали родственники там на неделю, и нужно им время уделить, да, и поэтому твои люди, если они находятся здесь, команда в это время на них влияет и помогает им, да. Можно написать вопрос, тебе всегда ответят на него. То есть вовремя, очень своевременно ты получаешь информацию необходимую. Ну, я обожаю наши скайп-чаты, мне очень нравится сопровождать людей таким образом, да, и мы очень любим действительно, я вижу, как лидеры тоже с большим удовольствием работают в скайп-чатах. Активность всегда поддерживается высоко, если у вас скайп-чаты рабочие. Перекрестные обзвоны, что это такое? Мы это делаем, практикуем не на постоянной основе, а мы это делаем, когда вот для разнообразия, так скажем, да, когда лидеры обмениваются, значит, списком контактов своих консультантов. То есть, допустим, несколько менеджеров, директора, да, я вместе с ними, мы обмениваемся своими консультантами, и каждый звонит чужим консультантам. Но это мы делали, когда мы активно работали в офлайн, и, соответственно, группы были у нас в Алтайском крае, да, можно было спокойно позвонить. Вот, здесь несколько плюсов. Во-первых, тоже команда образования, да, такой драйв мы получаем, когда ну, мы рассказываем друг другу, да, что там нам ответила твоя Лена или твоя Наташа, а представляешь, а Катя сказала мне вот это, вот твоя там, и мы веселимся, да, нам так здорово, такой драйв, энергетика повышается. Второй плюс то, что ну, чужим всегда звонить проще, да. Бывает, что когда ты несколько раз одному человеку позвонил, он вроде как еще нехотя отреагировал на тот звонок, там, пятый раз ему уже не хочется звонить. А если это человек совершенно незнакомый, и ты звонишь, представляясь там не менеджером компании Oriflame, и директором, а просто человеком официальным от компании, здравствуйте, вам звонит компания Oriflame, меня зовут Елена, да, и так далее. Начинаешь общаться с человеком, то это вообще очень легко и просто. Вот. Естественно, мы обучаем своих партнеров самостоятельно следить за активностью в своей персональной группе. Да, естественно, нужно лично обзванивать. Ну, или если вы работаете в онлайн, у вас группа по всему миру, не обзванивать там другие методы взаимодействия, да, рассылка и так далее. Но иногда вот такие перекрестные обзвоны мы используем, да, чтобы так вот взбодриться и разнообразить жизнь, так скажем. Вот. У Ларисы Чепыкиной, нашего директора, есть секретарь. Вот, она недавно завела секретаря. Мне понравилась тоже фишечка. За умеренную плату секретарь обзванивает и будет спящих. То есть вот я спросила статистику, Лариса сказала, где-то 10 спящих, каждый каталог реактивируются, да, делают заказы. Пожалуйста, берите на вооружение, если вам нравится. СМС. Что ты, Ларис, такой смайлик поставила? Не 10, пиши, как есть. У Королевых Татьяны и Юрия, да, активно они, значит, работали, повышали свою активность СМС-рассылками. Знаю, что сейчас скоро выйдет или уже вышел закон там, по каким-то ограничениям, да, в этом направлении, поэтому, ребят, смотрите, как сделать лучше, да, надо креатив подключать, как эти рассылки, все точно, отлично, все, как эти рассылки использовать. У меня чуть ниже будет слайд, где конкретный текст при обзвоне используется и конкретные фразы в СМС-рассылках. Зачитаю. Далее, акции компании. Как здорово, что появилась у нас сейчас эта программа лояльности, да, от компании. Всегда можно, всегда есть повод позаботиться о наших консультантах, написать письмо электронно или позвонить, рассказать, именно с чувством заботы, с чувством внимания это нужно делать. Не с тем чувством, что, ишь ты, что-то ты не делаешь заказ,
давай-ка делай, мне тут баллы нужны, естественно, да, а с чувством заботы. Это так приятно, потому что они благодарят тебя, да, что ты им напомнила, что у них накопилось столько-то баллов, что нужно получить подарок. И многим очень приятно, действительно, что у них вышестоящий менеджер или директор, которому не наплевать на консультантов обычных, но который с удовольствием напомнит, еще и что-то хорошее скажет, да, поприветствует. Также используем рассылку директора. Рассылка директора, да, у директора есть такая функция на сайте, на нашем рифлеймовском. Можно с сайта сделать свою рассылку по всей группе. Тоже это интересно, хорошая фишечка, надо пользоваться, тем более это бесплатно. Благодаря компании, да, есть у нас такая возможность. Вот. Желательно делать это не чаще, чем раз в неделю, чтобы консультанты, которые не планируют развивать бизнес с Oriflame, не добавили вас в спам, да, чтобы, так скажем, не надоедали им. Вот. В принципе, раз в неделю очень даже нормальный темп, каждый день делать этого не нужно, ну и реже, наверное, тоже. Да. С какой информацией мы делаем рассылку? Совершенно разной, да, то есть и мотивационная, обучающая, информационного направления, то есть акции, естественно. Была у нас рубрика в скайп-чате «Минута славы», когда новые менеджеры у нас рассказывали о себе, с уровнем 9% и выше лидеры, и такие истории новых менеджеров можно отправить в такую рассылочку. Дальше. Интересные факты в команде. Допустим, появился новый директор или какое-то большое, огромное мероприятие, да, планируется в команде. Или получение автомобиля Volvo. Почему бы не разослать, да, не сделать такую рассылочку. Дальше. Далее, группы в социальных сетях. Ну, это тоже ни для кого не секрет, у каждого директора у нас есть группы в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте. Очень удобно следить за активностью, добавляя всех своих, не ключевых, а всех, именно всех консультантов, как правило, сейчас все находятся в каких-то социальных сетях, в свою группу, да, и размещаете туда информацию, да, всю необходимую для того, чтобы активность у вас была на должном уровне, то есть о распродажах, о каких-то акциях других, да, все, что вы считаете необходимым, введите это в группе. Также можно поздравлять с днем рождения, не только, не узко направленно, да, чтобы характера была политика, потому что людям нравится живое общение, да, поэтому дни рождения, Новый год, какие-то праздники, какие-то рецептики, может быть, я не знаю, что-то интересное, покажите, да, что вам интересно, раскройте свою личность, не нужно только про Oriflame и про бизнес. Пусть будет группа в социальных сетях разноплановые, да. Конечно же, ну, далеко уходить от Oriflame не нужно, допустим, мудрые мысли, да, вроде как и не про Oriflame, но в то же время о нас, да, и какие-то мудрые мысли все сочетаются с теми вещами, о чем мы говорим, да, с темой лидерства и так далее, с темой личностного роста. Вы подумайте, какие вы в группах сделаете интересные посты, посты или посты, как правильно. Дальше фишечка такая, личный контакт с новичком в течение 21 дня. Да, это тоже никто не отменял. Новички у нас это как грудные дети. Да, то есть важно, чтобы 21 день как минимум новичок был под вниманием, чтобы он никуда не делся, никуда не убежал, да, чтобы вовремя вы ответили на все вопросы возникающие, помогли с элементарными задачами справиться. Следующий момент. Личная история использования любимых продуктов везде. Для того, чтобы ваши консультанты знали, какого качества продукт вы заказываете. Да. Для начала даже то, чтобы они понимали, что вы пользуетесь тоже продукцией Oriflame. Да. Потому что некоторые спрашивают, а вы сами пользуетесь Oriflame? Ну, конечно, пользуюсь. Неужели бы я, имея такой магазин,
с хорошими скидками, я бы ходила куда-то еще. Вот, то есть везде, на вебинаре на любом, на каком-то мероприятии, на итоговом вебинаре, везде вот можно вставить такую маленькую рубрику и рассказать о своем любимом продукте Wellness, о своих любимых баночках, чем вы пользуетесь и почему. Это тоже очень здорово влияет. Мастер-классы, естественно, да, при необходимости их можно делать. Мне вот сейчас в голову пришла идея, как сделать мастер-класс онлайн. Ну, конечно, можно записать видеоролик, да, можно вебинар провести, почему нет, показать базовый уход. Далее, дополнительные срочные акции при необходимости, да, при крайней необходимости можно использовать еще что-то дополнительное, помимо того, что есть у компании, если есть такая необходимость. Вот, допустим, надо было определенный уровень, немножечко не хватало баллов, да, и срочную акцию кинули по команде за определенное количество баллов, такой-то подарок. И последний пункт, я выделила потребление wellness. Потребление wellness. Вы знаете, продукт wellness, его употребление нам дает всегда очень хорошую лояльность отличных, лояльных консультантов и клиентов. Почему? Все очень просто, потому что люди получают свою личную историю, да, если их самочувствие улучшилось, да, есть вот эта разница, как я жил до wellness и как я живу теперь с wellness. Естественно, я ни за что не променяю этот продукт на антибиотики в аптеке. И я найду деньги и буду кушать эти витамины, буду кушать этот великолепный коктейль и, естественно, кормить свою семью, особенно детей, этим великолепным продуктом, ценность которого, да, до сих пор еще не каждый из нас понимает и осознает. Вот, поэтому с wellness, конечно же, активность тоже очень здорово поддерживать. И конкретные тексты, которые использует секретарь для обзвона. Ой, ребят, знаете, о чем забыла? Давайте текст расскажу, потом еще одну фишечку расскажу. Здравствуйте, Елена, я менеджер компании Reflame, меня зовут Татьяна. Вам удобно сейчас говорить? Если удобно, то далее, да, либо человек рассказывает про баллы лояльности, если у него видит, что в распечатке они накоплены, либо про акции каталога, что сейчас актуально, либо про акцию активности или для спящих, которая также часто бывает от компании. И далее, Елена, напоминаю вам, что вы всегда можете воспользоваться нашими выгодными предложениями, покупая продукцию для себя и рекомендуя ее своему окружению. Елена, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Быстро, коротко, приятным голосом, да, и с заботой. Очень важно не официально, а именно с заботой это делать. Я выделила, обратите внимание, два слова «выгода» и «рекомендовать». На топовой встрече в январе, где присутствовали лидеры с уровня сапфировый директор и выше, Наталья Гришаева несколько раз повторила о том, какие фразы сейчас работают. Ребят, запишите, пожалуйста. Сейчас не работает слово «дисконтная карта». Уже как-то вот замылилась эта фраза. Дисконтные карты есть у всех в большом количестве. Сейчас не работает слово «скидка». Скидка, везде эти скидки. Сейл, скидка, да. Это тоже уже замылилось. Компания нам всегда говорит, такие, знаете, трендовые выражения нам дает. Вот сейчас работает слово «выгода». Выгода. И, пожалуйста, приучите себя, используйте именно вот эти фишки, работающие слова. И, то есть, в плане, про, когда мы говорим 18% скидка, да, то мы тут говорим о какой выгоде. Выгода 50%. Если посчитать, когда новичок делает заказ на 100 баллов, приходит, то выгода его составляет аж 50%, да, получать все морковки, все подарки, вот такая вот шикарная выгода. И по поводу продаж, раньше мы говорили, да, продажи по каталогу, там вот, определенная скидка будет у тебя, там, да, ты будешь зарабатывать, сейчас работает слово «рекомендовать». Рекомендовать, не распространять, не продавать, а рекомендовать. Вот. Это же легко, да? Мы часто любим рекомендовать кому-то то, что нам понравилось. Вот поэтому мы рекомендуем, и у нас, в принципе, хорошие заказы. Запомните, пожалуйста, выгода и рекомендации.
И хотела вам рассказать фишечку, да, еще в структуре, значит, команде у Риты Юдиной, да, вот я общалась еще как у них с активностью, Лена Тананыхина мне рассказала очень интересную фишку. Вот я думала, сейчас уже никто письма обычные, да, не пишет, не то, что так влияет на активность. Ну вот у Лены Тананыхиной есть лидер 15%, и, значит, эта девушка великолепная, она очень любит работать со знакомыми. Вот у нее вся команда – это только-только ее знакомые. И вот она с ними общается, она их собирает, и вот она вот обожает прям, да, вот свою команду. Она незнакомых, она прям категорично, да, она не приглашает в свою команду. И вот она с ними тусит, она их развивает, она им говорит про wellness, у нее все заказы с удовольствием wellness. И эта девушка вот с такой любовью относится к своей команде, вот надо у нее поучиться. Представляете, на все праздники она отправляет им открытки по почте «Россия». Причем открытки необычные какие-то, да, купленные в магазине, но часто она делает открытки своими руками. Вот просто ей нравится, да, она нашла вот такой свой способ, она получает от этого удовольствие. Соответственно, активность у нее просто зашкаливает, очень высокая всегда, люди ее любят. Представляете, как классно, да? То есть, если вы, конечно, работаете только методом онлайн, это не тот, не ваш способ, да, но как... Как знаете, что есть и такой вариант, да, мало ли, может быть, когда-нибудь пригодится. И представляете, как приятно получать ее консультантам такую именную открыточку, да, такой сюрприз, такое внимание. Ну, как вы думаете, останутся эти люди с ней? Конечно же, да, да. Вот, поэтому спасибо. Еще раз благодарю своих директоров, всех такие интересные методы. Просто вот я очень счастлива, что наши лидеры пошли уже дальше, да, изобретают и, так, свои методы интересные. Повышение активности и рекрутирование тоже. Так, подождите, все у меня. А вот тексты, да, тексты, смс-рассылки. А, допустим, дорогой консультант, да, Татьяна Королева поделилась со мной этой ссылочкой. Дорогой консультант, поздравляю, вы выполнили условия акции «Новогодний сюрприз». Не забудьте выбрать и включить ваш заказ в подарочный набор. Дорогой консультант, благодарим за лояльность к Oriflame и напоминаем, что у вас есть баллы, которые можно обменять на подарки до 6 декабря, иначе часть из них прекратит действие. Ольга, у вас 301 балл по программе лояльности, готовьтесь к Новому году и обменивайте их на подарки, иначе по завершению этого каталога часть из них прекратит действие. Ну, к примеру, такие тексты. Если нужно, я вам скину слайды в чат. Итак, друзья, сейчас я готова ответить на вопросы, если есть. Мы заканчиваем, и у нас буквально 5 минут на ваши вопросы. Если я не увижу сейчас вопросы, мы будем с вами прощаться. У меня здесь все подвисает, еще немножечко подожду. Вижу только, как Виктория Протопопова восьмерочки мне поставила. Очень нужны слайды, не вопрос. Запись вебинара будет. Я так понимаю, что, в принципе, тему изложила подробно. Думаю, что вопросов нет. Если появятся, найдите меня в скайпе, с удовольствием вам отвечу. Надеюсь, что была полезна сегодня. Друзья, энергию роста вам желаю, да, неимоверного драйва, позитива и очень высокой активности в ваших командах. Вот, всегда, всегда обязательно поддерживайте температуру кипения в вашей команде. И у вас будут новые ключевые партнеры, да, и новые директора, и новые высокие топовые звания. Обязательно. Да, как недавно кто-то написал в скайп-чате, не помню в каком, что не умные слова привлекают людей в наши команды, а энергия, да, вот поэтому вот эта энергия, атмосфера, которую вы сможете в своей команде сформировать, поддержать, это дорогого стоит, да, формируйте ее в скайп-чатах, формируйте ее на своих вебинарах, на своих встречах, парадах успеха, это очень важно, да, как вы относитесь к людям, как, какой бизнес у вас и будет, друзья, да. Надо любить то дело, которым вы занимаетесь, надо уметь в людях находить сильные стороны их, да, не переделывать их под себя, не ругать их за то, что они не умеют делать, а находить и вдохновлять
сильные стороны, да, и вдохновлять их на действия, которые именно эти сильные стороны принесут им. Вот таким вот образом. Тогда у вас будут классные взаимоотношения всегда с своими партнерами и с командой. Будьте благодарны друг другу, да, еще очень хорошее чувство, это чувство благодарности. Мы вот в чатах, в своих скайп-чатах постоянно друг друга благодарим за вебинар, да, вот провел лидер вебинар, там вся команда пишет, не просто спасибо, да, сухо, а мы пишем какие-то фразы, да, что именно понравилось. Это такая отдача, да, спикеру после вебинара, да, потому что хочется еще и еще потом выступать. Это очень мощная энергетика. Поэтому будьте командными игроками, и активность у вас будет шикарная. Все, всего хорошего, до свидания, отличного вам закрытия каталога. Вы все молодцы, участники проекта «Продвижение».Бассейн Марина Бэй. Ребята, мы в бассейне Марина Бэй. Вот они все небоскребы, весь деловой центр. Да. Смотрите, какая здесь глубина. Глубина. С учетом, что моя жена 1,50 м. Глубина здесь 1,20 м. Знаете, когда я смотрела на фотографии, видела этот бассейн, то было очень страшно, потому что нет видимого бортика. Кажется, что это так опасно плавать в этом бассейне. Знаете, это похоже на то, как новичок, придя в нашу команду, боится планировать звание бриллиантового директора. Это так страшно, это просто непосильный труд, и это нереально. На самом деле, посмотрите, 1,20 м глубина. Пойдемте сюда к бортику. Развеивать миф на тему, что тут люди выпадывают каждый день, да, и так далее. Миф, что бриллиантовый директор — это абсолютно реально. Да. Бортик абсолютно безопасный, вода стекает по краю, по жертве. Еще, ну, минимум 3 метра до края. Абсолютно все надежно, безопасно. Приезжайте, купайтесь, получайте наслаждение, получайте заряд отличных эмоций. И точно так же, наверное, стать бриллиантовым директором. В принципе, это абсолютно реально. Надо только сильно-сильно захотеть, поставить четкий план себе, обозначить действия и делать. Вы будете путешествовать на бриллиантовой конференции вместе с нами, с нашей командой. Всем привет! А вот здесь лежаки, где народ отдыхает. И вот такой вот бассейн. Если б мне год назад кто-то сказал, что мы можем поехать за счет компании в этот отель, я бы никогда никому не поверил. А может быть, посчитал бы их ненормальными, потому что ничего не предвещало тому, чтобы квалифицироваться и поехать. Но большая сила мечты, большая сила желания заставила делать неимоверные действия. Работая всего год активно, я бы не сказал, что это было легко, но за год мы сделали то, что позволило нам поехать в Марину Бэй. Вот в этот сказочный отель, вот в этот бассейн шикарный. Буквально чудо света. А это я, если меня видно. Еще десадает только.